коварный. Требует внимательного и осторожного поведения. И сейчас мы, Татьяна Милана и Гайсина Арина, напомним вам о правилах поведения на улице в зимний период. Сейчас мы стоим на одном из самых оживленных перекрестков нашего поселка, через которое проходит основной поток машин. По сторонам находится много образовательных учреждений, сады и школы. Поэтому множество людей и детей ходят именно по этим перекресткам. Перед тем, как переходить пешеходный переход, посмотрите налево и направо и идите медленными шагами. Так как в спешке можно подскользнуться и упасть под машину. Также внимательно относитесь к одежде с капюшоном, ведь он закрывает видимость при переходе дороги. А еще и слышно. Можете не услышать автомобиль. Количество мест закрытого обзора зимой становится больше, мешает увидеть приближающийся.